Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, и находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Bless You, Teen Trip. Альбом, который занял у нас последнее место в нашем телеграм-канале, набрав 4% среди 10 других альбомов. Мы за эту неделю слушаем уже 11-й альбом, у нас их вышло очень много, но зато в следующую пятницу их 0. Да, но это как бы все ничего страшного, все нормально. Очень интересно, что нам предлагает Bless You. То есть мне абсолютно непонятно, почему даже в рамках Afan of Music это набирает 4%, потому что люди, которые посещают стримы, они знают, что этот типочек достаточно сильный, интересный и крутой. И здесь есть трек, по которому мы его знаем как сильного человека, осуждают. Если что, на треке с Манерой он сделал гораздо сильнее, чем сам Манера. И этот трек охуенно у нас есть в общем плейлисте. Вот. Если вы хотите, то вы можете зайти в телеграм-канал, ссылочка в описании, и проголосовать в следующую пятницу за ваши любимые в данный момент синглы, потому что альбомов не будет на эту пятницу, да. Но вообще там у нас и по альбомам, и по фрешменам, и по синглам, короче, всякие голосовалочки есть, голосуйте. Вот, потому что за Bless You, ну, почему-то вообще не проголосовали, да. Ну и, конечно же, не забывать про Twitch, у нас прогноз сейчас выглядит на треки вот таким образом, сколько треков я добавлю, 0.3, 4.5 или 6.9, можете тоже, как бы, за баллы можно реакции выигрывать. Вот. Вот я специально ходил за водой, но ее уже почти не осталось. Unlock. Teen Trip. Подростковое путешествие. А, путешествие. Я-то думал Teen Trip, типа подростковый трип. Мне кажется, надо чуть-чуть переосмыслить некоторые свои вещи. Писал я его на протяжении этого года, начиная с января. Большая работа. Этим альбомом я завершу свою подростковую историю. Так, а он подросток? Он подросток? Да ну нахуй. Нет, 2003 год. Не понял. Этим альбомом я завершу свою подростковую историю. Переживания, мечты, интриги, зависть, окружение. Все, что делало меня сильнее в этом году. Я сделал выбор, сменил костюм. Я больше не работаю на своей обычной работе. Мой дом теперь студия, мне придется рискнуть всем в этой жизни. Именно так я чувствую этот альбом, с самого первого трека до последнего. Бля, круто, если это так, это будет чувствоваться. Вы почувствуете это тоже, я выстрелил цепочку по датам написания релизов. Чем ниже трек в списке, тем он свежее. То есть они так, да, прослушаны? А, то есть это еще и как бы, начиная от трека, записанного в январе, заканчивая треком, записанным в сентябре. Типа, по идее, да? И то есть это действительно его путешествие вот за этот год, да, что он там, что повидал, вот опять же, да, зависть окружения, какие-то переживания, мечты, вот это все будет отражаться в альбоме. Бля, если это реально будет отражаться, и мы реально будем это видеть, это охуенный альбом. Да, у нас, мы за эту неделю, не сказать, что прям много альбомов добавили, да, сейчас я гляну, там буквально пару штук, так, секундочку, а можно, ага, если вообще хоть что-то, Cold Carty мы добавили, Эйка и Майот, то есть все, что было в первые два стрима, мы добавили. То есть из одиннадцати, да, ну, как бы из десяти, мы добавили только три. А, ну еще, а, ну получается из одиннадцати кейкбой, да, еще. Ну из одиннадцати мы добавили четыре. Вот. Поэтому хочется, чтобы Bless You пополнил список данных артистов. Я знаю, что он может. Я знаю, что он может выдать сильный альбом. Это альбом, над которым он работал весь год. И я действительно надеюсь, что это хороший релиз. На Genius у нас всего 4 трека, на самом альбоме 9, какие-то придется, видимо, без текста смотреть, это печальная история, вот, тем не менее, что есть, то есть, обложка, бля, как будто охуенная, вот он, типа, это деньги или карты, что это, не знаю, неважно, вот костюм его, да, офисный, спрайт, он вот в этом сидит, бля, ну, окей, круто, охуенно выглядит, на самом деле, достаточно серенько. Так, ну и вот, тут ничего не поменялось у нас, если я не ошибаюсь. Ну да, да. Все, слушаю. Очень интересно, что это такое. Надеюсь, что он меня не подведет. Потому что на ожидание гораздо больше, чем 4%. Вот. Первый трек «Стреляли». Гокуда и Мираклиун Врес. Че? Ебать ты чел. Так, Воя есть, отлично. Так, ну и Bless You. Окей. Слушаем. Let's go. What's poppin', Gokuda? Miracle.
Теряй себе тачек. Некуда кушать сегодня не будет. По тебе стреляли. Почему тогда я вижу насквозь? Это твой парень. Где ты его нашла, бля? Хули он такой лох? Я понял, он при бабле. Под жопой батин БМВ. На руки хобла ляма всем. Но тебе все равно, ты снова пишешь в инстаграм. Я сейчас сижу на стул. Не просись, я не впущу свой храм. Ты че больная? Ты не понимаешь. Я бит интересный прям вообще. Богу че скажешь? Тебя ебет рэпер, но любит тут мажик. Уже много видел таких слух, таких дур. Что же их портит? Наверное, клуб, а там иду. Наверное, это не мое дело. Наверное, не мне решать, чем делать. Наверное, вышел уже за пределы. Современные проблемы. Я не могу. Неплохо, ну просто неплохо. Сказать до конца, что я любил. Я все ищу человека, который поменяет мир. Мой. Испытывает боль. Чисто правое ухо дает. По тебе стреляли. Почему тогда я вижу насквозь? Это твой парень. Где ты его нашла, бля? Хули он такой лох? Я понял, он при бабле. Под жопой батин БМВ. На руки хобла ляма всем. Но тебе все равно, ты снова пишешь в инстаграм. Я сейчас сижу на стул. Не просись, я не впущу свой храм. Ты че больная? Ты не понимаешь, или ты просто играешь? Богу че скажешь? Тебя ебет рэпер, но любит тут мажик. Бит прикольный прям вообще. По тебе стреляли. Ты не понимаешь. Богу че скажешь? Тебя ебет рэпер, но любит тут мажик. Окей, окей. Слушайте, ну, своего рода интруха. Не уверен, что мне есть что сказать. Сейчас будем думать, декодить. Своего рода интруха. Начали достаточно, ну, типа по динамике, да, то есть средне впустили, да, вот такой, ну, не тягучий, не динамичный, окей. Это не осуждают трек, допустим. Достаточно чувственно. Не знаю, верю я ему или нет, то есть по поводу харизмы, если давайте поговорим. Странно, вроде бы он вкладывается, вроде бы он погружается, но как-то... Бля, спорно. Вот, хз, пишите тоже, что думаете по треку в чат. Потому что мне вот пока что тяжело что-то определенное, вот что-то одно сказать, какое-то мнение выразить. У меня смешанное впечатление. Вроде оно интересно звучит. И ритмика, да, вроде классно. Он работает, он играет. Но с другой стороны, вот вроде бы охуенная ритмика, вроде ровно. Не укладывается в голове. По харизме, вроде он вникает, вроде вот он погружается, но не веришь. Какой-то противоречивый максимальный трек, я хуй знает. Просто норм. Вот есть такой момент, что просто норм. Да. Так, если мы говорим в целом по структуре, предприпев-припев, куплет, бридж, предприпев-припев. Ну, понятно. Не очень трек, как интро, даже не зашло, тупо скучно, динамика не очень. Вот тупо скучно, да, может быть. То есть, смотрите, по развитию бита вопрос. По развитию бита его тут нету вообще. Скучно, ну да, как будто, то есть, каких-то... Ну, я понял. Нету развития с точки зрения харизмы, точно. Нету развития с точки зрения бита. Вот. То есть, вроде какое-то погружение есть, но оно ли это? Хуй знает. Возможно, подача не та. То есть, строчок как бы на любителя. Но мне кажется, что не совсем он прочувствовал. Вероятно, так. Потому что вот у меня как-то, блядь, не складывается. Вроде он все норм делает, но что-то не так. Да. В общем, первый строчок, к сожалению, проходняк. Харизмы не хватает. Не, я говорю, что погружение вроде норм. То есть, я как бы в целом слышу, что он нормально, чувственно это старается делать. Но я ему не верю как будто в этот же момент. Может быть, не хватает, может быть, нужно было еще больше. Ну, а что ему нужно было делать? Я думаю, что тут дело в подаче. Я думаю, что дело в целом в подаче, что он в целом просто сделал не оно. Наверное, так. Вот.
Идем дальше. Идем дальше. Жил. Фит Сия Сайт. Кто это? О, даже есть прослушки, так ебать, он даже... Он, мне кажется... А, он и с Пинком есть фиты. Так он мне даже популярен... Мне... А, и у Блинка он был. И у Flame Baby. Но я не знаю Flame Baby. Так, так, бля, интересно. Окей, это че, вообще не ноунейм? Я думаю, что даже Blaze Q по сравнению с ним ноунейм скорее. Да. Так ебать. Ладно, слушаем. Что это такое? Не знаю его, честно, сори. Слушаем трек «Жил». Гокуда опять. Окей. Представить, как я жил. Теперь мой голос слышит каждый город. И похуй, что я там даже не жил. Я сделал много, я понял много. Я не могу представить, как я жил. Работал много, теперь в каждый город. Окей. Езжу туда, где я даже не жил. Смотри, же, кем стал этот малый. Теперь на каждой афише крупным планом. Тебе крупный, как и мой план. Не чудо, просто пахал. В руках номинал, но помню время, когда я не хал. Проведает реально он гад. Деньги становятся в ряд. Суки становятся в ряд. Люди возвращаются обратно. Ну это, бля, не знаю. А чё так долго? Не знаю, как-то оно странно звучит, не целостно. Это было, что я умру, не полюбив кого-то. Заверните Феррагамо, когда буду в лодке. Это было, что я умру, не купив батю Порш. Не ослепнуть помогает мне фара дольше. Виляет бенз моего брата, ездим только ночь. Закончил политех, в дипломе были только тройки. Теперь с теми, кого слушал, ща игра в гонки. Ровненько идут, бит опять же не развивается. Я был подростком, который гихал дома и не знал про роскошь. Опять же не верю им. Пулапнул мозгу, я обещал маме вернуться взрослым. Но это трек лучше, чем первый, точно. Я не могу представить, как я жил. Теперь мой голос слышит каждый город. И богу, что я там даже не жил. Есть какие-то фишки, да, там голос был обработан. Я не могу представить, как я жил. Надолго и скучно. Надо. Теперь в каждый город. Здесь мало чего интересного. Туда, где я даже не жил. И не сказать, что это вайбит. И погружение вот тут слабее даже, наверное, чем в первом треке. То есть как-то зажаты они оба. Оба как-то зажаты, я не знаю. Тоже не очень. Ладно. Начало, ну как бы вы поняли. Начало, ну, как бы вы поняли. Сейчас скучно, потом хорошо пошло, начало забирать. Нет, в этом, как бы, дело в том, что, ну, как бы, я вот с этим не согласен. Понимаешь? Вот они, что по структуре, да, припев, куплет, вот с этой непонятной вещью, которая целостность убила, очень странной ритмикой, вот, потом ровный куплет и такой же ровный припев на утро, без развития, к сожалению. В общем, у Blaze Q есть треки динамичней, более рабочий и, ну, более точнее, чем то, что мы слышим сейчас. Поэтому печальное начало, печальное. Следующий трек «Загон», соло. Нету, надеюсь, его слушаем так.
И текста тоже нет. Окей, слушаем вообще так. Биты пока что мне нравятся. Биты все достаточно интересные. Но только у них развития нет, это прям хуёво. Словил новый загон. Неплохо или хорошо? С ней или в одного? Словил новый загон. Шанель или Витон? НС или же Бонг? Думаю о том. Я низко или высоко? Между небом и землей. Не, пока нету текст. Выбрать работу или сон. Время мало, но мне влом. Я нерешительный, малый, почему так? Тоже ровно и скучно пока что. Одно я знаю, то что выбор есть всегда. Так обсчитался, я не могу даже за двух слов уме. Вот, это получше. Прежде чем что сказать, подумай еще раз всем отмерь. Эти тупые шаболы придут и уйдут, они любят лишь только успех. Все они крысь на тонущем корабле. Словил новый загон. Неплохо или хорошо? Ну а по поводу это поинтереснее, да. Словил новый загон. Шанель или Витон, НС или же Бонг. Более погружает даже. Вот это более точная песня на него. Более понятная. Между небом и землей. Ну тоже ровненько. Время мало, но мне влом. Ну и бита аутро есть хорошая. Неплохо, вот это неплохо. Вот это первый трек, который могу сказать, что прям вот уже типа нету негативных каких-то моментов. Достаточно достаточно ровненько. То есть может быть для кого-то рабочий. Вот. Но по-прежнему это не ебать веселье, конечно. Какое-то вайбы странные, не сказать, что вау, какие забирающие. Сидос какой-то сухой, скучный. Сидос, ну, специфичный, понятное дело. Но, типа, я тоже до конца не понимаю, нравится мне такое или нет, или не нравится. Но вот третий трек звучит интересно. Четвертый трек мы сами слушали, осуждают. Трек, о котором... в котором мы узнали о способностях Blaze Q. Поняли, что это ебать прикольный чел. Ну, хз, зач, блеск такие альбомы пускает реально ровные, базара ноль по свидосу исполнению, но, блядь, скучно бить. Я не скажу, что по свидосу исполнению базару ноль. То есть прикол в том, что даже вот этот тег, он как бы неправильный. Свидос не для всех. Исполнение, ну, во втором треке, допустим, скучное. Оно как бы... со слабым погружением. В первом вообще не та подача. Вот. Так, это мы все видели. Реакция есть. Пиздатый трек очень. Слушаем. Реально, вот это первый пиздатый трек. Слушаем. Вспоминаем. Мы его слушаем. Это первый пиздатый. Они меня осуждают за то, что я лучше. Деньги меня, как и меня, их суч. Не верят в мой успех, тип сучонг везуч. Что-то попало в стакан, организм наруш. Ну, так похорезно он, ну, а потом на эту. Сливаю деньги на эту, малышка, приступай к делу. Разорю всех оппонентов, лайк, скручу планету. Я показал, что могу, догадал свою цену. And they keep judging me, они меня судят, пока я на студии. No, you can fuck with me, я не могу позволить понизить уровень. Не могу позволить понизить. Где вот такое погружение на альбоме? Они говорили одна сезоны, так как стоп несущий. Они зовут на клуб-шоу. Где игра вот эта вот голосом на альбоме? Вчера я не был с тобой, сегодня собрал себя в руки. А мне все же могу, но так же Саша из Джипси. Делают бабосы, как правило, батя сказал это правило. Два взял меня по правилам, а мы играем все по моим правилам. Тин-трап, я меня убрал, как у зубах я округляю с камеру. Ну и где это на альбоме? Где?
Они меня осуждают за то, что я лучше. И развитие у бита есть какие-то ямки, ему даже не происходит. Алло, а где это на альбоме? Ну вот реально, почему тогда надо? Над одним треком постарались. О, хуй. За треком в рамках альбома какие-то еще скучнее? Нет. Они меня осуждают за то, что я лучше. Деньги меня обвиняют, как и меня их суть. Ну смотрите, есть позитивные моменты. Есть позитивный момент, очень позитивный. Сам артист написал, что релизы, ну, трек-лист здесь по мере написания. То есть стреляли — это самый старый трек, God Did — это самый свежий трек, самый новый. Поэтому, так как Bless Q все-таки не является каким-то там пиздец крутым техничным челиком, который там уже много веков делает, а у него первый трек вообще датируется 21-м годом, да, и он там дропнул 3 трека, блядь, забыл, что он артист, и в 23-м вернулся к работе. Вот. А, ну, Аня, в 22-м просто альбом писала, понял, окей, базара нет. Вот, и, то есть, все равно, вот на его этапе развития каждый день важен, то есть уже на следующий день тип может звучать гораздо свежее, чем вчера, блядь, да, то есть постоянно развивается. Это вот этап такого постоянного развития. Поэтому хочется надеяться, что дальше лучше, реально, действительно. И мы просто послушали сейчас какие-то старые демки, которые вот в альбоме оказались. Да, люди, которым интересно будет альбом чекнуть немного, люди на первых треках уснут, и до этого не дойдут. Факт. Но это не про нас. Мы сами слушаем до конца. Вот. Слушаем дальше. Пятый трек. Fit Ove. Ove. Что, как читать? Так, ну тут ситуация по фейму... Вайткира Агони? А, это не. Ну да. Вот. В общем, что-то знакомое на самом деле тоже. Что-то как будто где-то видел его. Но могу ошибаться. Да. Вот, трек осуждает, если я не... если я не вру, есть у нас в общем плейлисте. Да. Кажется, единички на верном пути прям вообще. До тройки, по-моему, тройки уже быть не может, по-моему. Минус 3. А, ну может так-то быть. Но если, ну, я в нее сомневаюсь. Ну, бля, если реально дальше будут все треки. То есть, понимаете, это должны быть треки, где парты у Bless Q свежее, чем на осуждают. А на осуждают звучит... достаточно свежий парт, потому что он очень играется, и этого нету на первых трех треках. Хочется надеяться, что дальше вот эта духота просто пропала. Воспитанный, слушаем. К сожалению, только так. Текста нет. Какой-то тоже, типа, ну, примерно на фейме, как и Bless Q. Бля, ебать, плейлист, конечно, медленнее, быстрее. Так воспитали, я не верю чужим. Я даже, сука, милоспитан, не пишу им. Так воспитали, я не доверюсь любым. Вот он тут играется. Я даже с бабками воспитан, не звоню им. Не доверяю, сука, я реально мэтт стал. Хожу гостю миллиона, просто я так воспитана. Тебе надо быть со мной. Раньше стой, то не стой, фак. Я не смогу доверять ей. Мой мозг уже... Хорошо работают, наконец-то. Набить скучный. Хорош. Я не доверяю шалам. Так воспитали, я не верю чужим. Я даже, сука, милоспитан, не пишу. Это хороший трек. Так воспитали, они вот погружаются лучше, чем до этого. Я даже с бабками воспитан, не звоню им. Так воспитали, я не верю чужим. Я даже, сука, милоспитан, не пишу им. Так воспитали, я не доверюсь любым. Я даже с бабками воспитан, не звоню им. Они говорят, next stop, я это знал. Как будто немного душат уже, да? Бэбы хотят мой зад, вы опоздали. Бит не развивается же. Мне только нужен майк, немного занят. Понимаете, тут динамика и так средняя, да? Немного занят.
как-то не работает, не рабочий трек в итоге. Я тебе не нравлюсь, но скоро полюбишь. В том, что я делаю сильно и грязно, ведь ты это любишь. Еще год назад я не мог представить, меня будут слушать. Еще год назад я не мог представить. Трек точно свежее, там вот этих первых трех 100%. Работаю как не в себя, уже забыл кто я. Они хотели быть рядом, но сливаю, уже не тот я. Времени мало, поставил таймер секундами гонг. Я не остановлюсь, я иду до победного гонга. Смотрите, такая ситуация, что вроде бы вот наконец-то оно. Да, они работают хорошо, разнообразие, есть какая-то вот харизма погружения, наконец-то. Но бит без развития, и они душат. Они душат сами по себе, то есть в итоге пытаются делать разнообразие, но нихуя не разнообразие, средняя динамика. И, ну, долго, просто вот реально, ну, типа перебор. Трек должен идти поменьше, потому что ощущается на минуты три. Потому что динамика средняя, и какое-то там разнообразие делать не будешь, то тут вывозить тупо на диких контрастах, а тупо голосом дикий контраст делать тяжелее. И вот этот за 2.20 бит как минимум заебывает. И их флоу не меняющийся, а меняющийся только харизма. Ну такое, но это уже ближе к тому, что хочется услышать на альбоме, понимаете, да? Вот, но окей, это ближе. Дно. Big Mama Maxis, ну и Гакуда мы видели. Go Kuda, Kushi. Get low. Mad Kid push на 500. Ого. В общем, слушаем. Сольный трещок. Let's go. What's poppin', Go Kuda? Big Mama. Не прошло бы дня, я снова кручу. Это долбанный гриндер на ногах моих шум. Они у меня new every day, я снова кричу. Я не могу разобраться в себе, чего я хочу. Окей. Фейма бабла или красивых сум. Я делаю все для семьи, ради брата, но для швалов только лишь сердце. Я делаю много движений, но кажется, будто я стою на месте. Они все хотели быть рядом, но сори, для вас уже нету тут места. Вся моя жизнь для меня, и поменяй что-то по типу карьерного квеста. Папа сказал мне, проснись, уважай себя, не слушай других. Все эти звуки, что когда-то кричали, ты лузер, теперь говорят мне вернись. Нахуй все ваши хотелки, нахуй все ваши слова. Окей. Есть вот развитие, отлично. Нахуй все моменты, что у нас были тогда. Пора бы признать, что вытянули меня на дно. Пора бы понять, что я вырос и уже не тот. Он мог послушать вас, но никто его. Вы меня ни во что не ставили, знай, сука, да, мне всё равно. Рассудительный трек. Я снова кручу, это долбанный гриндер. Хорошо работает. На ногах моих шум. Дебит, да. Я снова кручу. Охуенно? Я не могу разобраться в себе, чего я хочу. Вот это хороший трек. Фейма бабла или красивых сум. Кручу. Это долбанный гриндер на ногах моих шум. Он вайбит, он погружает. Такой вот немножко легкая меланхолия, да, но рассуждение какое-то. Он хорошо погружает тут. Круто. Ну хорошо, да, есть в куплете разнообразие. Наконец-то оно еще и инструментальное, а не только от артиста. Вот это охуенный трек, базару нет. Вот это хорошо сделано. И меня вайбит. И бит крутой. Бля, ну вот, пожалуйста. Может же, когда захочет. Вопрос такой. Выиграют у нас единички или двойки? Вот уже представьте себе два. Из... вы поняли, короче. Два трека добавлено. Что это будет? Дальше. Вот это хорошо, это работает. Я как бы все тут пояснил, и, ну, что-то еще говорить смысла нет, наверное. Все уже понятно. Вот.
Это вот первый трек, который, ну, после «Осуждают», до которого не доебаться, типа. Вайбит? Вайбит. Разнообразие есть? Есть. Душит? Нет. Какие-то фишки прикольные. Ну, в целом, как бы, как сказать, да? Ритмика разве что. Типа, кручу, шу, скричу, хочу, гриндер everyday в себе, красивых сук. А, ну, кстати, тут кручу, шу, скричу, хочу, сук, себе, гриндер, не в everyday. Ну, тут как-то странно ну, ладно, допустим, странно. То есть, и даже ассонансами это хуй назовешь, мне кажется, тут немножко просто по-другому, и редакторы Гениуса не так написали, вероятно. В плане, что там рифмы ну, только кручу, шу, скричу и хочу, сук. Вот. Но трек рабочий, спасибо. Наконец-то. Вот это оно, то, что хочется видеть. Так, текстов у нас больше нет. Это печально. Дальше мы нахуй без них. Но осталось-то там 3 трека всего, так что хер с ним, ладно. Так уж и быть. Слушаем дальше. Координаты. Фит Икси. Кто это такой? А, ну это тоже самый настоящий ноунейм. Вам могут понравиться Ирина Ежова. Да? Слушаем. Не, пока текстов нет. Окей. Ну разве можно так говорить? Сначала любишь, а потом типа все в прошлом. Разве можно это забыть? Не верю, что ты обо мне больше не вспомнишь. Okay. Я уже забыл, как ты выглядишь. Я забыл этот голос, а все забыл твои глаза. Твоимся замерит Москва. Ты развернула, ты не туда. До координаты я буду там. Я же повсюду тебя искал. Ты слышишь мое пение, как твое настроение. Какое впечатление узнавать себя в этих творениях. Мои стихотворения, плохих откровения, мои искупления, сердце извержения. Ну разве можно так говорить? Хорошо, и бридж пошел. Ну реально треки пошли свежее, чувствуются. Они лучше, чем первые, точно. Это забыть. Не верю, что ты обо мне больше не вспомнишь. Я пролежал 2 ночи подряд в пустых вайн-сезах. Чувствую себя, словно смерть, не вспоминаю тебя. Завершаю субхан, мы не вернемся назад. Видя тебя, но только во снах, и невероятно устал. Вот он, причал, тебе пора уезжать. Знаешь, что грудь моих треков тебе берет начал. Помню замыкать глаза, не твои. Ни разу не пытался в постелик затащить. Только с ней одной чувствовал себя живым. Меня смешивай, как не я. Со мной честно была только ты. Где бы сейчас ты ни была, сердце на открытие на твои. Немного позаебал уже, причем. Я не буду тебя искать, теперь я остался в нашей. Ну разве можно так что говорить? Что думаете? Сначала любишь, а потом типа все в прошлом. Ну разве можно это забыть? Не верю, что ты обо мне больше не вспомнишь. Угу. Хуя на вайбе, да? Так. Еще раз. Можно так говорить, это забыть. Не верит Москва. Ты развернула, ты не туда. До координаты я буду там. Я же повсюду тебя искал. Да, даже какое-то развитие есть. Ты слышишь мое пение. Почему-то не вайбит. Настроение, как купление. Сердце извержения. Все в прошлое забыть. Не верю, что ты обо мне больше не вспомнишь. Я пролежал 2 ночи подряд в пустых вайн-сезах. Только во снах и невероятно устал. Вот он, причал, тебе пора уезжать. Знаешь, что грудь моих треков тебе берет начал. Помню замыкать глаза, не твои. Ни разу не пытался. Ну разве можно так говорить? Сначала любишь, а потом... Разные припевы, прям, ну как будто хороший трек, да, вот типа...
Я пытаюсь доебаться, потому что мне не вайбит абсолютно. Я не понимаю, до чего тут доебываться. Честно. Всем привет, скучали? А можете не отвечать, я знаю, что скучали. Просто скучно. Так просто прикол в том, что, ну, типа, трек не должен вот какую-то скуку навевать. Как раз таки вот остальные треки могли. Тут есть, тут как бы все хорошо. Тут и развитие они дали. Как и от артиста, так и от инструментала. Все есть, какие-то ямочки, все вот это есть. Все вайбит. Должно работать, но оно не работает. То есть, как бы просто скучно тут не принять. А потому что, а как мне, как веселить, блядь? Как мне веселить в таком случае? Хуй его пойми. Еще раз трек внимательно. Цифру трек объебите. Вот и вот это хуйня есть. Пытаюсь провайбиться или понять. Ну разве можно так говорить? Сначала любишь, а потом типа все в прошлом. Ну разве можно это забыть? Не верю, что ты обо мне больше не вспомнишь. Я уже забыл, как ты выглядишь. Я забыл этот голос. Прости, забыл твои глаза. Твоишься замерит Москва. Ты развернула ты. Окей, я думаю, что, возможно, прав Соникс тут. Типа, трек скучный. Даже вот, да, даже вот при всем том количестве разнообразия, которого они дали. Если мы реально глянем на мелодию, она никак не меняется, весь трек. То есть они делают какие-то ямки, там и с драмкой, да, и вот играют, что-то есть, да. То есть звукарь постарался разнообразить, все верно. Но сама мелодия, она просто ебашит в одну ноту, блядь, две минуты. Это я буду там, я же повсюду тебя искал. Ты слышишь мое пение, как твое настроение. Да, да, и это заебывает. Я думаю, почему не вайбит? Очень быстро заебывает бит, даже несмотря на какие-то саунд-дизайнерские решения. Бля, ну печально, потому что типа к этому треку было меньше всего вопросов, он тупо не вайбил, а тут как бы, ну, не вайбит и за такой вещи, ну, блядь, ну обидно, конечно. Но по факту, по факту. Так. Следующий трек. Каждый день, а мы не слушали его? Не? Слушай. Тоже текста нет. Опа, ебать. Заебись, после треков нахуй дно, координаты. Включать трек каждый день, блядь, с таким вайбом, пиздец. Ой, бля, ладно, окей. Пьяный Моцарт у пианино, вайб трек. Ну да, 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 блядь, ну как бы факт. Там че, вот, ну, это, две ноты хуячит, блядь, и все. Ну факт. Я смотрю в зеркало, я вижу кого-то другого там. Я не узнал себя, я смотрю себя в глаза и нихуя. Okay. Я запутался уже, одно и то же каждый сука день. Я запутался уже, одно и то же каждый сука день. Okay. Okay. Every day, yeah, bitch, I'm living like that. Every day, yeah, bitch, I'm living like that. Я бы мог оставить все это так. Как будто снова не верю ему. Не хочу таким умирать. We battle long, we'll die alone. Родился голым, умру в бетоне. Я бы хотел в своей жизни опять, да, как-то странно по харизме. Ведь я не хочу таким умирать. Как будто не прочувствовал чуть-чуть бит. Опять момент. Бля, ну обидно. Такие ожидания строил от альбома Blesky. Ну, типа, реально крутой тип. А что по факту? Я запутался уже. Одно и то же каждый сука день. Ну, припев неплохой. Еще я запутался уже. Одно и то же каждый сука день. Обложка, да, охуенная. Факт. Это факт. Одно и то же каждый сука день. Я запутался уже. Одно и то же каждый сука.
Ого! Развитие пошло. Уяси. Подожди, это точно развитие, а не у меня наушники разъебались. Да. В конце вот аутро такое. Угу, я понял. Так, окей. Я подумал, бля, неужели у меня наушники начали нахуй, как из радио хуячить? Не-не-не. Друзья, машина? Одно и то же каждый, сука, день. Я запутался уже. Одно и то же каждый, сука, день. И вот это я запутался уже, блядь. Я запутался уже. Да, окей. Одно и то же каждый, сука, день. Ну, а за это спасибо. Прикольно. Почему ты народных артистов не слушаешь? В пятницу Лепс выпустил трек «Не вибрируй», в прошлую пятницу Стас Михайлов выпустил фит. Проёб. Проёб. Будем догонять. Да. Последний трек, друзья. По логике данного альбома, он самый свежий. Смотрим. 2.52, ебать. Как он любит душить, почему-то я уверен, что сейчас вот как бы вообще не исключение. Почему-то мне так кажется. Почему-то мне так кажется. Слушай. Так, тоже его нет на Гениусе, и текста тут тоже нет, да? Угу. Понятно. То, что я сейчас живу, это Бог сделал. То, что успех это каждый мув, это Бог сделал. Okay. То, что есть бабки на еду, это Бог сделал. Они говорили, я не смогу, а я Бог сделал. Мне приятнее отдавать, нежели получить. Батя так научил, стан стреляют, one more kill. Перевел маме на бил, я не верю, but my dream is real. Сука, вода в ней сейчас will. Годы, это все. Проснулся и сразу начал работать. У меня затраты только к микрофону. Не впадлу потратить на брата все, что заработал. Не впадлу потратить на маму, я все это должен. То, что я сейчас живу, это Бог сделал. То, что успех, это каждый мув, это Бог сделал. То, что есть бабки, ну, как будто, бля, ну, опять, я хуй знаю, что тут сказать. Вот он, спасибо, что он развивается. То, что я сейчас живу, это Бог сделал. То, что успех, это каждый мув, это Бог сделал. То, что есть бабки на еду, это Бог сделал. Они говорили, я не смогу, а я Бог сделал. Бля, он душит, да? Еще куплет. Вроде бы и ритмика интересная даже вот этот. Бог сделал, как будто норм. Но, бля, вообще вот не вайбит, да? И, не знаю, стиль какой-то скучный у него. То есть обычный трэпчик с манерой, они как-то вот ритмиками вывозили совместным, да, фитом. На треке, так как мы добавили дно, там бас был, да, прикольный. А вот, ну это что? Ну это просто, типа, скучно звучит, действительно. То есть вроде как бы... Вроде как бы все по факту, все нормально, да, все на своем месте, без каких-то особых проебов, но звучит максимально средний, максимально второсортно, понимаете? Вот. Как-то так.
К сожалению, да. Ну, что могу добавить, что могу сказать? К сожалению, большому сожалению, гораздо хуже альбом, чем я представлял. То есть он уровень прям ниже среднего. Хотя я ожидал выше среднего. Понимаете, да, то есть насколько. Будем ли мы дальше следить за Блэском? Не знаю, потому что надо вспомнить, добавляли ли мы что вообще там. Если мы вот эти два трека не добавляли, но я не помню, какой добавляли, какой нет, то это все уже, это конечное. Мы их не добавляли. Но это конечное получается. За Блэском следить, я думаю, не будем. Потому что, типа, проебов достаточно. Вот альбом, на котором 2 из 9. И то, типа, один как бы сингл, вот. Мы слушали, то есть, по сути, 1 из 8. Считай. Да, это сколько процентов альбома? Ну, вот, грубо говоря, мы добавили... Ну, 12%, грубо говоря. Ну, это очень мало. Да. Поэтому я думаю, что от Блэска мы отписываемся и, к сожалению, следить больше не будем, потому что данный артист показал себя сначала, но потом пошел на какой-то спад. И главный спад связан здесь с скучностью звучания. Если нас осуждают, это было что-то интересное, в том числе вот и совместное, то в соло он пока что не вывозит. Я не сомневаюсь, что в будущем что-то у него будет и что-то получится. Задатки у него для этого есть. Но пока что нет. Мы перестаем за ним следить. О, донат пришел. Ёбаная мразь, не напомни! Фимос Генгер мне пишет. Сколько километров я слышу твой звук? Спасибо, Фимос Генгер, за 10 рублей. Вот. Тебе пиздец, понял, чел. Вот, поэтому... Да, конечно, обидно, что это так, но... По факту, правило есть правило. То есть мы уже два трека подряд не добавили, плюс на альбоме. У Биг Свега был неплохой, он там парт выдал, да. Да, хороший там парт очень выдал. Вот. Короче, как-то так. Печально. Печально. Да. Но надеюсь, что мы его встретим один раз у какого-нибудь еще одного популярного человека, у того же Манеры, где Блэск Ю снова разберет, добавим его там на испытательный срок, и он этот испытательный срок пройдет. Да, потому что, ну, терять его, конечно, чуть-чуть грустненько. Но, тем не менее... Заслуженно, альбом максимально не оправдал ожидания, и что есть, то есть. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!